Друзья, всем большой привет! В недавнем видео я рассказывал о том, насколько важна Гренландия для Соединенных Штатов Америки. Ну а в данном ролике вы узнаете о уникальном проекте ледяных тоннелей в Гренландии, а также почему эта идея потерпела фиаско. Давайте приступим. Несмотря на то, что Дания отказалась продавать Гренландию США, в целом у американцев было все схвачено. В 1951 году был подписан договор о размещении авиабазы Туле, которая играла огромную роль в ядерном сдерживании. Активно шли переговоры и о размещении ядерного оружия на острове, но датчане по понятным причинам не изъявляли особого желания. И не зря, кстати, в 1968 году над Гренландией потерпел крушение Б-52, и 4 термоядерные ракеты вызвали радиационное заражение. Но в 1957 году датчане хоть и поворчали публично, в итоге же допустили размещение ядерного вооружения. Американцы решили создать грандиозный проект под названием Ice Worm, или Ледяной червь. Предполагалось создать сеть туннелей протяженностью в 1000 миль подо льдами. Туннели должны были связывать ракетные установки, расположенные на большом расстоянии от других. Расчет был на то, что Советский Союз не сможет обнаружить все пусковые установки, поскольку они скрыты под слоем льда. Да даже если бы и обнаружили, Советскому Союзу потребовалось бы потратить более 3000 боеголовок, чтобы накрыть всю систему. В ответ на это американцы могли бы и дальше рыть туннели. В общем, бесконечная гонка, в которой Советский Союз, как предполагалось, должен был проиграть. Местность-то безлюдная, и тратить драгоценные бомбы на бомбежку Гренландии было бы расточительно. Единственной угрозой было обычное вторжение, но это дело десятое. Плюс, как потом выяснилось, проект «Ледяной червь» обеспечивал бы лучшее прикрытие Европы, чем разного рода мобильные носители ядерного вооружения. Обеспечивать жизнеспособность проекта «Ледяной червь» должны были 11 тысяч человек, в том числе спецназ. Проект ну просто грандиозный. Страшно смотреть на стоимость, 2,4 миллиарда долларов. И это в ценах 60-х. Эксплуатационные расходы составляли 400 миллионов долларов в год. Добавьте к этому крайне суровые условия жизни. Но в конечном счете деньги были выделены. В июне 59-го года было начато строительство лагеря Century. Завезено большое количество строительной техники, роторных снегоуборщиков и так далее. Сначала выкапывались траншеи, после чего их накрывали металлическими крышами, и они превращались в тоннели. Здания стояли на деревянных фундаментах, чтобы не допускать подтаивания. Их располагали на некотором расстоянии от стен тоннеля. В этом лагере круглый год проживало 200 человек. Естественно, американцы приволокли туда ядерный реактор, который помогал в опреснении воды и давал энергию. Возникали и трудности. Реактор запустили на месяц позже, а из-за просчетов уровень радиации в тоннелях был повышенным. Но в конечном счете ученым удалось устранить почти все недостатки. Американцы, кстати, видимо, так и не посвятили датчан в свои планы и деятельность. Датчане, как уже было сказано, допускали хранение нескольких ядерных боеприпасов. Но они не предполагали, что Гренландия превратится в гигантскую ядерную базу. Боюсь, что датчане такой новости просто бы не выдержали. В итоге же ледяной червь так и не смог поглотить весь остров. Да, в 1962 году лагерь вот уже 2 года как существовал, но сыграло свою роль движение льдов. Лед двигался гораздо сильнее, чем предполагалось, и американцы прилагали огромные усилия, чтобы остановить этот процесс. Каждый месяц приходилось убирать более 120 тонн льда и снега, банально, чтобы те не поглотили туннели и не раздавили постройки. И это всего для 3 километров туннелей, а предполагалось-то развернуть сеть на 1000 километров. В итоге в 1964 году ядерный реактор убрали. Вместо него начала работать резервная дизельная электростанция. Окончательно лагерь был заброшен в 1966 году. Датчане, кстати, узнали о проекте только в 1997, когда датский институт случайно выяснил тот факт, что американцы устроили целый ядерный склад на территории Гренландии. Конечно, они предполагали, что США не экотуризмом занимается, но масштаб потрясал. Тем более, что американцы оставили огромное количество отходов своей деятельности, в том числе и радиоактивные.
Предполагалось, что льды станут естественным могильником для всего этого добра, но в связи с глобальным потеплением ядерные сюрпризы в скором времени могут проявить себя во всей красе.